Дорогие телезрители, в наступающем 2023 году я хочу пожелать вам большой и светлой любви. Пусть ваш дом будет полная чаша, пусть дети и близкие будут здоровы и счастливы, пусть все ваши мечты обязательно сбываются. С новым 2023 годом! Интересный факт, увы, не смешной. В крупных компаниях больше всего увольнений приходится на третью неделю после корпоратива. Получается, что на корпоративах нельзя шутить? Ну, конечно же, можно. Шутить во время пожеланий однозначно стоит, однако полезно держать поздравления в рамках. Ну и самое главное, помните старую истину. Самый влиятельный человек после корпоратива – тот, у кого фотки. Чтобы Новый год был гладким, знайте все его повадки. На диванчик усадите и по шерстке почешите. От улыбки заурчите, нежности в бокал плесните. Встретьте мальчика с весельем. Черный кролик с новосельем!